Лучшие среди школьных команд мальчиков и девочек выявили победители в столице республики. В Махачкале в спортзале Дагестанского государственного аграрного университета прошли финальные этапы соревнований «Локобаскет» школьная лига. Подробности в сюжете Дана Шугум. В финале за первое место среди команд девочек школа номер 52 переиграла дружину из гимназии номер 1. Игра проходила с переменным успехом. В итоге, точнее, оказались девушки Кировского района Махачкалы. Играли на стороне соперника, брали персонально, старались выбить на той же стороне, удерживать мяч. Ну, в целом, уходили в атаку. Главная встреча среди команд мальчиков опять команда из 52-й школы, но на этот раз она уступила команде из Кизляра. Играли с большим желанием победить и те, и другие. Конкуренция большая, игры большие. Вот приехали команды из Кизляра, команды Дербента, вот. Ну и Дербашка, Каспийский, Буйнак. Да, сильные команды есть, конечно, слабенькие, но я надеюсь, что на следующий год будет еще лучше. У ребят уровень баскетбола каждый год растет уровень организации соревнований, потому что федерация Дагестана нам очень помогает. Дагестан – это как частичка нашей огромной души из всех 44 регионов, и мы очень рады, что очередной старт начинается с вас. Победители этих соревнований среди 14 команд получили путевку в Ставрополь. В конце января там пройдут игры на уровне округа. Дан Шугом, Паризат Курбанова. Время новостей.